Роботы-няньки, повара, уборщицы, танцовщицы и даже ученые. В Лас-Вегасе на выставке представили последние новинки робототехники. Среди экспонатов особое внимание привлекла машина, которой придали черты известного ученого. Электронный Эйнштейн умеет не только закатывать глаза и высовывать язык. Он может объяснять теорию относительности. Кроме того, робот поддержит беседу и присмотрит за детьми. В продаже, обещают разработчики, он появится уже в ближайшее время. Купить собственного Эйнштейна можно будет за 300 американских долларов.